майор, я пригласил вас на беседу по просьбе подполковника Шкалина. Понимаю. Подполковник Шкалин утверждает, что с ордерами на квартиру, точнее, на квартиры для наших военнослужащих, как бы это помягче сказать, ну, не все чисто. Я бы сказал жестче. Обманули наших офицеров с квартирами. И тому есть неопровержимое доказательство. Да, Евгений Александрович, как вы можете объяснить тот факт, что наши офицеры получили квартиры, которые как раз три отставника сдали в кэч-дивизии? И почему сами эти отставники въехали в новый дом? Вам самому это не кажется странным? Нет. Вот как раз мне это странным не кажется. А вы можете как-то это прокомментировать? Охотно. Да. Ну-ну, мы слушаем. Это случилось так, потому что эти уважаемые отставники дали очень крупную взятку. Ничего себе заявление. Я могу рассказать, кто давал, кому, сколько, когда и за что конкретно. Так. Ну, мы слушаем вас. Внимательно слушаем. Да, только все дело в том, что это будут только мои слова и не более того. Конкретных вещественных доказательств у меня нет. Тем не менее, когда мы поймем схему этой аферы, мы будем знать, где искать эти самые доказательства. Мы слушаем вас.